Всем привет, Александр из Зеленограда, Москва. Мы сегодня приехали досрочно голосовать в Тимирязевский район. Проголосовали, зашли в парк Дубки. В Тимирязевском районе есть парк Дубки. Здесь очень много дубов. И можно слышать, как они падают. Слышите? Вон летят прям. Сейчас я здесь засяду. Главное, чтобы по голове не тюкнуло. Видите, сколько? Нападало. Сейчас еще подальше пройдем. Там к озеру на уток поснимаем. Ника, покажи желуди, сколько она собирала. О-о-о. В садике задали нам работу делать. Будем делать из желудей работу. Это желуди начали падать. На крышу надо давить. Вот это озеро в парке Дубки. Сейчас поближе подойдем к уткам. Там он в центре. Домик есть. Вот уточки в нашем пруду. Вот утки вышли погулять с озера. Нет уточков. Уточки? Видите, озерцо огорожено пенечками. О-о-о. Полетели. Кто-то их спугнул. Улетели. Уточки?